Всем привет! Сегодня 16 июня 2022 года. Я думал, что сегодня не буду вести блог, потому что особо нечего показывать, но потом вспомнил, что у нас есть аквапарк, про который мы забыли. И вот мы с мамой пришли на разведку. Мама, правда, не будет на горках кататься, да? К сожалению, нет. Вот, а я, может быть, проедусь. Давайте посмотрим аквапарк Аквало. Это детская зона. Она на тарифе ультра. Все включено, как у нас, это все бесплатно. А так для людей я видел, что пишут где-то 1400 утренние часы и 1000 дневные часы посещения стоят. Что там? Все чудеса, там для взрослых, для детей. А, то есть для взрослых все внутри, да, находится? Вот, мама все узнала. Давайте посмотрим. Вон они горки, видишь, куда идут? На настоящую гору. Ничего у меня не получилось. Я залез на самый верх, там огромная очередь. И я понял, что в ней стоять бесполезно, тем более я не взял с собой вот эту подсидку, либо круг, либо там дают такие... Я впервые в аквапарках вижу, чтобы давали... Как это назвать-то вообще? Коврик, наверное, коврик, да. Коврик. И без ковриков туда не пускают, а я его не взял. И очередь огромная, видимо, не только с нашего отеля. Дети со всего побережья сюда покупают билеты. Вот мы смотрим, что тут есть еще. Вот, кстати, еще целый комплекс, но все это не работает почему-то. Так-то перспектива здесь хорошая. И главное, что этого всего не видно через зелень из самого отеля. Задумка хорошая, но почему-то все не работает. Да. Потому что в одном месте такие очереди. Это получается, работает всего две горки. Понимаешь, конечно, там будет вообще жуть. Вот на такой вот огромный город. Прям это город какой-то, аквапарк. И все закрыто. Последний. Есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. Начнем с плохой. Мы с мамой пришли на море. И тут шторм. Всех гоняют, никого в воду не впускают, но нормальные люди, конечно, тоже не полезут. Это плохая новость. Но хорошая новость мы сейчас вам покажем. Шок-контент. Снимем шторм, и вы увидите шторм на Черном море. Thank you.
Мы тут с мамой снова сделали фото красивого заката, сейчас покажу. И пошли на ужин в нашу любимую чайхану, там покушали с ней. И вот сейчас возвращаемся по пляжу обратно. Мама ищет деньги. Весь прикол. Я ей сегодня сначала 200 рублей нашел. Причем я не искал, иду по пляжу, 200 рублей. Я поднимаю, людей нет. Говорю, на, мам, тебе 200 рублей. Она взяла 200 рублей. Я смотрю дальше, смотрю, еще 500 лежит в одном месте. Причем вообще в другом. Мама офигела, говорит, иди на пляж, ищи деньги. Вот так вот заставляет меня на отдыхе зарабатывать деньги. И сама он ищет. Тут же металлоискатели, я показывал, в своем блоге ходят. Каждый день ищут то, что люди забыли на пляже. Оказывается, тут реально есть что собирать. Но на самом деле мы просто пришли к морю посмотреть. Шторм вроде уже утих. Но, надеюсь, завтра удастся поплавать в наш последний день. Почему эту страну не победить? Вот это шкаф для обуви. Вот. Все, приехали. Мы пришли в номер, готовимся к традиционному чаепитию и будем ложиться спать. Мама что-то расскажет сейчас на соседней кровати. Ребят, у нас сегодня такой был классный день. Начался шторм. Вот. И, к сожалению, мы, конечно, не поплавали. Но Рома нашел 700 рублей. Сначала 200, потом 500. И вы знаете, я осталась при своих деньгах, потому что я сегодня сыну купила пиццу на завтрак вкусную. А он мне эти деньги нашел, сказал, на, это пиццу тебе, деньги за пиццу вернулись. Добро вернулось. Да, добро вернулось. Вот. Но потом я еще вечером походила, но уже все, не везет мне. Вот так вот. Всем добра, всем спокойной ночи. А мы сейчас пойдем с ягодами, со всякими вкусняшками, попьем чай на балкончике. А вам спокойной ночи. Пока-пока. Сегодня неожиданно день так завершился. Я благодарен. У нас в комментарии появился от Алены такой интернет-пользователь, назовем ее так. Алене очень благодарен. Она написала по поводу дельфинария. А что, в Лоу нет дельфинария? Я пошел гуглить и обалдел. Реально, в Лоу есть дельфинарий. Причем там не как в сочинском дельфинарии 5000 рублей за 5 минут, а пишут на двоих за 6000 за целых 10 минут. Даже, по-моему, за 15. Нет, за 10, по-моему. Ну, то есть 10 минут в сочинском – это 20 тысяч. Вот. Мама дала добро на трату, поэтому завтра пойдем с ней, попробуем туда позвонить. Ни сайта, ни соцсетей у них нет, поэтому если у нас все получится, то обязательно снимем отчет, и как это было, и, возможно, это тоже кому-то будет полезным. Вот таким вот был этот день. Какое там число? 16. Ребята, вы находили во время шторма что-то на море? Вот интересно. Вот вы знаете, вот именно я... шторма? Вот когда шторм был. Вот у меня приятельница давно-давно еще, когда на сборы ездили, спорт, да, был, то вот в Туапсе, она потеряла перстенек, а после шторма нашла другой перстенек вместо этого. То есть многие как-то находят, но, к сожалению, теряют. Мы сегодня вот 700 рублей мой сын нашел. Но это не к шторму вопросы, я же их в песке нашел, это люди, наверное, забывают. Или, да, наверное, ветер был сильный, очень, очень сильный ветер был. У кого-то сдуло, к нам придуло. Мы разбогатели, заработали на отдыхе 700 рублей. Ну что, финалем 16 июня. Всего вам доброго, спасибо, что смотрите, всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, спокойной ночи.